Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые родители! Если вы заскучали и не знаете, чем вам заняться, то мы с моим помощником Кузей научим вас не просто отгадывать загадки, а загадки мастерить. И мастерить загадки мы будем из разного материала. Что же Кузя приготовил? Какой же материал для мастерства приготовил наш Кузя? Крибли, крабли, бумс! О, посмотрите, ребята! Здесь есть и пуговицы, и палочки, и камешки, и крышечки, и ниточки, веревочка, и даже баранки, конфеты. Ну что, Кузя, первая загадка будет для тебя. Я загадаю самую простую для тебя загадку. Я думаю, ребята даже быстрее тебя ее отгадают. Итак, я беру крышечки, беру пуговички и мастерю, Кузя, для тебя загадку. Итак, что же, Кузя, я для тебя смастерила? Отгадай. Ребята, подсказывайте. Ну, конечно же, это светофор. Вторую загадку мы смастерим с Кузей для вас, ребята. И смастерим мы ее из очень вкусного материала. Вы уже, наверное, догадались. Это конфеты. Итак, это животное. У этого животного есть туловище, есть шея, есть голова, есть ноги, есть задние ноги, есть хвостик и есть грива. Это животное умеет ржать. Итак, угадайте, что у нас получилось? Правильно, лошадка. Ну что ж, отгадали. А теперь мы смастерим загадку посложнее. И смастерим мы ее из камешков. Итак, выкладываем стены. Из камешков мастерить очень быстро, удобно и получается очень интересно. Сейчас мы выложим стены. Так, и у нас на какую, ребята, фигуру похоже уже? Правильно, на квадрат. Так, выложим крышу. Так, и самое главное, ребята, нам нужно выложить ножки. Не простые ножки, а, как вы уже догадались, ножки какие? Пока не буду вам подсказывать. Так, и быстро смастерю из палочек окошко. И у нас получилось избушка на курьих ножках. Правильно, ребята. Видите, как быстро можно мастерить из камешков? Ну и, конечно же, можно мастерить из веревочек и ниточек. И сейчас я вам это покажу. Я беру клубочек. Вот видите, какой у меня клубочек? И сейчас я быстренько-быстренько заверну его по кругу. По кругу, по кругу, по кругу. Так, наматываю, наматываю, наматываю. Кладу сюда свой клубочек. Добавляю ниточку. Делаю стебелек. Делаю листочек. И у меня получается цветочек.
Правильно, ребята. Вот видите, как можно интересно мастерить загадки. Я думаю, что вы тоже настоящие фантазеры. И дома загадайте своим родителям, смастерите для них загадки из разных материалов. А родители, постарайтесь смастерить загадки для своих детей. Ну что, Кузя, давай прощаться с ребятами. До свидания, ребята!